Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим на вашу любимую тематику, а именно халява в PUBG Mobile. Поверьте, ребятки, мне есть чем вас удивить, есть что показать и рассказать, потому что сегодня вместе с волчонком, да, который, кстати, ребят, в игре выглядит нормально, то есть он только в лобби выглядит таким вот маленьким, нам добавили кучу событий, где вы можете получить абсолютно бесплатно, конечно же, кучу наград, и что самое интересное, даже мифические костюмы. Поэтому, ребят, обязательно смотрите до конца, информации много, она интересная, ну и, конечно же, не забываем прожимать свой царский лайк. Помимо этого, не забывайте, ребятки, что у нас куча розыгрышей. В описании есть розыгрыш на прокачку аккаунта, розыгрыш на 3 РП, розыгрыш 3 паков по 1800 ЮЦ-шек, ну, чтобы получить бесплатно нового персонажа, да? Короче, много интересного, и все это вы найдете где? Конечно же, в описании. Поэтому переходите, участвуйте, всем желаю удачи, ну, а мы начинаем. И да, перед тем, как мы с вами начнем, если вы тоже все-таки решили себе выбить вот этого вот волчонка, к примеру, да, потому что он падает, ну, очень дешево, ребят, и, в принципе, годный именно получается питомец за копейки, или хотите покрутить любую другую рулеточку, так тогда обращайтесь в мой магазин ЮЦ-шек. Самый лучший магазин на планете с самыми фартовыми ЮЦ-шками. Переходите, покупайте быстро, выгодно, оперативно. Ну а мы начинаем. Ну и предлагаю я начать, конечно же, с самого сладкого, ребят. Это регион Ливия. Здесь, в принципе, много событий, которые есть и на нашем регионе, к примеру. Но здесь есть вот такая вот прекрасная рулетка, которую добавили сегодня. В этой рулетке у нас есть прикольные мифические скины, как видите, да, головные уборы, там скин на пулемет, парашют и так далее, ну, стандартные награды. Но, что самое сочное, вы вот этот вот костюмчик мифический или вот этот вот мифический костюмчик можете забрать отсюда абсолютно бесплатно. В этом прикол. То есть, как видите, рулетку можно крутить, конечно же, за ЮЦ-шки, но, ребят, здесь при входе каждый день выдается ваучер, который вы можете использовать для бесплатного прокрута. Плюс к этому еще и вот такая вот прекрасная рамочка тоже дается бесплатно. И вы можете в течение 12 дней заходить каждый день, просто забирать вот этот купончик. Вот я один купончик забрал, вот он. И крутить рулетку бесплатно, ребят. То есть это мега годно. И вы сами понимаете, что, конечно же, по-любому кому-то дропнется отсюда бесплатно мифик. Или почему нет скин на пулемет. Или почему нет кристаллики, потому что их можно использовать в магазине. Короче, мега бомбезное событие. Ну, редко такое есть, что можно именно крутить бесплатно. Поэтому, ребят, конечно же, если вы думаете менять регион, я вам рекомендую присмотреться именно к Ливии, потому что здесь тоже много годноты. Как, в принципе, и на Сингапуре. Сейчас мы про Сингапур с вами поговорим. Но это событие, как и другие события, которые мы сейчас тоже с вами рассмотрим, ребят, добавлено в честь 4-летнего юбилея. То есть, смотрите, здесь есть еще дополнительные события. Их очень много, здесь просто пачка целых событий. Посмотрите, есть вот такое вот событие. Здесь вы получаете вот такие вот карточки, да, их можно использовать в обменнике. Ну и бипишки, там, фрагменты купончиков. Дальше, есть еще вот такая вот прекрасная вот у нас награда. То есть, вы можете получить у нас снова же эти карточки. Можете получить ящик именно с ппшками. В принципе, очень даже неплохо, да? А также еще и, конечно же, постоянный вот костюмчик, ребятки, тоже абсолютно бесплатно вы получаете. В принципе, для этого вам нужно сыграть 20 матчей и 30 матчей, как вы видите. Ничего сложного. Также еще здесь можно получить снова же фрагменты купончика, тоже выполняя вот эти миссии. Но, если честно, меня чуть-чуть разочаровал, ну как чуть-чуть, прям очень разочаровал обменник, если честно. Почему-то, потому что, смотрите, за 10 купончиков вы получите 200 бипишек и, в принципе, все. За 10 купончиков, за один купончик, то есть 200 бипишек, за 10 купончиков классический кейс или вообще ящик припасов. За 20 вы получите именно ппшку, за 30 временный головной убор, непонятно. Временный рюкзак за 50 и за 65 вообще временный костюм. Странное, конечно, решение. Здесь им дают именно постоянные награды, просто выполняя миссии, а там за обмен временные награды. Ну, короче, бывают и такие события, как и, в принципе, на нашем регионе. Но, что самое интересное, в этом регионе, ребята, еще будут несколько событий, как вы видите. Здесь у них еще будет какой-то дополнительный ящик удачи, где вы можете выбить себе годноту. И, возможно, здесь будут именно летающие ящички, если я правильно понял. Именно из летающих ящиков можно выбить себе скидочку. Вот, посмотрите, на 18 число, то есть, да. Можно выбить себе скидочку, а также золотой дроп. Если вы помните, были ребята, которые именно выбивали с СНГ даже, забирали себе такой золотой дроп, я делал видосик на эту тему. Также 19-го будет еще одна рулетка, как видите, да, в честь именно снова же юбилея. Помимо этого, у нас 20 числа сюда именно добавят еще
танец какой-то, который можно будет эмоцию получить отсюда. Короче, здесь много годноты, поэтому я вам рекомендую присмотреться именно к региону Ливия, потому что здесь много интересного. И да, кстати, это свежий аккаунт, и хотел вам показать именно награды за просто, когда вы создаете аккаунт. Вот посмотрите, какие здесь награды. Мне именно, конечно же, было интересно... Где эта вкладочка? Вот эта вот вкладочка. Смотрите. Очень даже неплохие награды, оказывается. За то, что вы создали себе новый аккаунт, у вас сразу будет голова лошади, пожалуйста. Прикольное решение от разработчиков. Ладно, с регионом Ливия мы с вами разобрались. Это Ливия, Египет у нас, ребятки. И здесь, если не ошибаюсь, должен быть доступен еще и бонус-челлендж. Ну-ка. Да, он доступен. Если вы вдруг не знаете, что такое бонус-челлендж, ребятки, здесь вы можете именно играть именно турниры от разработчиков. Если у вас есть купончики, у меня, к примеру, их очень много. Если у вас их нету, тогда, конечно же, за ЮЦ-шки. И, в принципе, в этих турнирах вы можете заработать себе ЮЦ-шек. И в магазине именно, ну, монеток, да. А в магазине уже эти монетки вы можете обменять на ЮЦ-шки. Вот они, паки у нас тут, ребятки. Вот они у нас находятся. И другие награды. Поэтому, в принципе, регион Ливия очень даже неплохой регион. Рекомендую присмотреться. Ладно, погнали на следующий регион. Это у нас Сингапур. Так, ну что ж, мы с вами на регионе Сингапур. И, кстати, здесь, ребят, вы видите награды за возвращение, которые вы можете получить бесплатно, если вы не будете заходить в игру вроде бы 2 недели, если не ошибаюсь. То есть скинец на калашик, к сожалению, на 7 дней. Ну и остальные именно награды. УАЗик там временный, рюкзак временный. Все временное, короче, как видите, кроме костюма и вот этого головного убора. Странная, конечно же, тема, именно все давать именно временное, но окей. Также здесь еще есть вот такой вот кейсик, который можно за эти монетки открывать, да, если не ошибаюсь. Да, и можно повыбивать себе отсюда тоже годноту. В общем, берите на заметочку. Ну а сейчас давайте все-таки заценим, ребятки, события, да, которые доступны на этом регионе. У нас здесь снова же доступно вот это вот событие «Морозные подарки», которое мы с вами рассмотрим уже на нашем регионе. Также здесь есть доступно, конечно же, у нас событие с футбольчиком, куда без этого. Ну и дополнительно здесь есть еще вот такое вот событие, ребятки. И здесь прикол в том, что это тоже рулетка, как и на предыдущем регионе. И здесь тоже снова же можно себе повыбивать именно годноты. И что самое интересное, здесь вы тоже получаете ваучер, который вы можете использовать для одного бесплатного прокрута. Вот такое вот решение. Смотрите, на всех регионах есть такие ваучеры, кроме нашего, да? Поэтому делайте выводы, на какой регион именно ориентируется. В общем, смотрите, мы ваучер получили и можем его прямо сейчас использовать для прокрута. И выбить себе прекраснейший просто фрагмент купончика. Ну, вы поняли идею, как это работает. Поэтому, снова же, годное событие. Доступно оно у нас здесь до 29 числа. Наград, как видите, здесь, в принципе, очень даже немало. И, в принципе, они очень даже неплохие, да, почему нет. За бесплатно все у нас, в принципе, неплохо, как ни крути. Вот такой вот костюмчик, головной убор. В общем, рекомендую, если вы хотите поменять именно регион на Сингапур, у вас будет возможность покрутить именно вот эту вот рулеточку каждый день, снова же, абсолютно бесплатно. Также здесь есть дополнительные события. Здесь у нас вот такое вот событие есть, но там, снова же, временные скины, к сожалению. Выглядит оно вот таким вот образом у нас, это событие. Здесь нужно играть в футбольчик. Ну, в принципе, уже почти не актуально, потому что оно скоро истекает. Но здесь есть вот такие вот награды, ребятки, за вход. Просто за вход, как вы видите, да? То есть, ну, сыграть именно с тиммейтами. Также есть еще вот такие вот награды. И здесь, кстати, смотрите, кристаллики вы можете заполучить бесплатно. Платится, пожалуйста, тоже бесплатно. Но только вам нужно уничтожить 40 врагов. Ну, я думаю, это не проблема, согласитесь, да? И плюс к этому здесь еще вроде бы где-то был... Да, вот, рамочка. Тоже бесплатно, смотрите. Это все за вход просто дается, ребят. Кристаллы, рамочки, купончики, костюмчики. Просто заходи в игру и забирай свои награды. Согласитесь, это мега годно. Поэтому регион Сингапур — это тоже один из вариантов, который я бы вам рекомендовал рассматривать именно перед тем, как сменить, конечно же, регион. Ну и в конце мы с вами рассмотрим быстренько события, которые доступны на нашем регионе. Во-первых, у нас тоже есть эксклюзивная рулетка, вот таким вот образом она выглядит. Но, к сожалению, здесь нету, ребятки, возможности прокрутить эту рулетку бесплатно. Я вроде бы везде нажимал, везде клацал, читал, но не нашел на нигде, на что есть возможность прокрутить именно бесплатно. Да, есть возможность получить именно вот такие вот какие-то дополнительные награды, чтобы прокачать эту рулетку. Здесь, кстати, промокод, можно вбить «Северный волк» и тоже заполучить именно дополнительные вот эти клинки и так далее. Но смысл в том, что
бесплатно крутить, повторюсь, ее нет возможности, да? То есть вы можете на вот эту шкалу внизу заполнить и заполучить награды, которые у нас здесь указаны. Ну а здесь, если вы будете на ZUC-шки открывать вот таким вот образом, тогда у вас откроется ящик, и вы сможете заполучить отсюда вот этот вот медальон и еще что-то из того, что у нас здесь указано, да? То есть у нас здесь, как видите, есть костюмчик вот такой вот, и есть, конечно же... головной убор, вот эти вот монеты. И вот эти монеты, к сожалению, я думал, это будет именно бесплатный прокрут, но нет. Эти монеты, к сожалению, вы можете использовать именно только в магазине, чтобы обменять на награды. Вот таким вот образом это выглядит. Поэтому решать вам, тратите цешки на это или нет. Я, если честно, ожидал, что тоже у нас будет хотя бы один раз в день бесплатный прокрут. Было бы круто, согласитесь, как на других регионах. Также есть у нас еще вот это вот событие, которое мы с вами видели на остальных регионах. Здесь, в принципе, ничего сложного, ребят. Здесь вам нужно сыграть много каток, 60, если не ошибаюсь, и 120 врагов нужно убить, чтобы собрать именно коробочки, обертки, собрать именно подарок, отправить этот подарок именно своим друзьям. В принципе, вот таким вот образом это выглядит. Вот мне отправили на подарок, да? Если вы отправите именно вот такие вот подарочки, вы получите именно взамен именно награды. Джишки, конечно же, пачками. Ну, а почему нет, пусть будут. Не лишними они не будут, конечно же. Бипишки, фрагменты купонов. Вот такие вот временные награды, прекраснейшие, да? Ну и после этого, если вы выполните все миссии, вот дойдете до 60 очков, да? Как я уже сказал, убьете там 120 врагов и сыграете 60 каток, а тогда вы получите вот этот вот костюмчик абсолютно бесплатно. В принципе, неплохой костюмчик, в принципе, неплохая награда, можно ее забрать, поэтому, само собой, выполняйте миссии, ребятки, и забирайте эти награды. Ничего сложного здесь нету, вот именно то, что вы можете заполучить из подарков, которые вы получаете от своих друзей, да, и, в принципе, такие же награды получат ваши друзья, если вы им отправите им на этот подарок. Вот условия, если вдруг вам интересно, можете почитать. У нас, в принципе, что-то подобное уже было в прошлом году. В принципе, прям почти похожее, но у нас были там открытки, если вы помните, ребят. Также нужно было подбирать, какого типа открытки. Там еще можно было что-то написать дополнительно. Ну, а здесь у нас выглядит это вот таким вот образом. Окей, неплохие награды, почему нет, пусть будут. Также еще дополнительно у нас есть, конечно же, награды в честь именно добавления именно волка. Но, в принципе, я думаю, все вы это уже видели. Здесь ничего такого сверхъестественного, да, и интересного я вам показать, к сожалению, не смогу. Как, к примеру, там на регионе Ливия, да, возможность получить бесплатный мифик. В общем, вот такие вот события, ребята. Решайте сами, менять вам регион, не менять. Знайте, что если вы его поменяете, потом вы очень долго его сменить обратно не сможете. Там, если не ошибаюсь, полгода. Поэтому обязательно думайте перед тем, как именно принять решение, менять, не менять, и куда именно менять, если вдруг вы решились. Я поделился с вами информацией, ну а дальше вы уже как бы решайте сами на свой страх и риск, как говорится, да. На этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам показать и рассказать. Надеюсь, видосик понравился, был полезным. Если да, поддержите его своим царским лайком. Также не забывайте участвовать в розыгрышах, ребят, потому что розыгрыш сделан для вас именно в знак благодарности за вашу поддержку. На этом все. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дрим. Всем топ-1.